Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ангел Гавриил, предстояй пред Богом, послан бысть к Иерею Захарии, и когда той служа по чину череды своей, а вниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовествоваше о Твоем Рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радость и веселье, и яко мнозе о Рождестве Твоем возрадуются». Сего ради и мы, дивному о Тебе, Божию благоволению, чудящийся и радующийся, со благоговением в похвалу Тебе вопием. Радуйся, Совета Божия, неизреченного таинище. Радуйся, дивного смотрения на исполнение. Пророчеством Исаии проявлены. Радуйся, везнище пред лицем
Видя Захария, явшегося ему ангела, смутися, и страх нападен нань, и не вера во славе сем благовестие Его Рождестве Твоем, егда же за неверие немотою связан бысть, удивлявшися преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу, Аллилуйя. Разум неуразумеваемый разуметь и ищущие люди, ждущие Захарию чудякуся, умедлившу ему в церкви, исшедшу же ему и не могущую глаголать и к ним, но токмо помывающую разумеша все, яко видение видя в церкви, мы же, прославляющие дивного Творца, чудес Бога, вопием тебе таковая. Заматеревшие во днех своих праведные Елисаветы, зачат ботяб, славный предтечи Господень, и таявшийся месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презри отъяти поношение мое в человецах, егда же прия имущую в очреве Христа, исполнися Духа Свята и возопи гласом велим. Откуда мне сие, яко прииде Мати Господа моего ко мне? С нею же радующийся, взываше Богу, Аллилуйя! Аллилуйя! Имея и предыти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева матери твоей исполнился и си Духа Святаго, а Танюд уже и пророк дивный показался и си, егда во утробе матери твоей осы взыгрался и си радощами пришествию матери Господней. Бога Бо познал еси носимо в ложеснах благодатные и того матернеем гласом проповедал еси. Подобаше Бо божественных вещей преславным быть и началом,
сему уба благоговейно, удивляющийся, с радостью тебе вопием. Радуйся, ищего утроби матери, предпославшего тебя Господа чудным весельем пред явим. Радуйся, я на тебе ради матери твоей, Елизавете, во воплощении Христова открылся. Радуйся, я на и то исполнится Духа Свята. Радуйся, я на и она предивная пророчица явится. Радуйся, я на от нее пресвятая Дева Мария, блаженная в женах наречится. Радуйся, я на той, она и матерью Господа воименоваться. Радуйся, я на и бессемен и плотная, благословен и пронаречится. Радуйся, премудрости божественные предъявления. Радуйся, святого супружества благословения. Радуйся, неплодных ложец дивное прозрение. Радуйся, рождением твоему дививой любви. Радуйся, светлый слово гласе. Радуйся, великий Иоанне пророче. Сомнения смущенные Ирий Захарии не можаше по словесе ангельскому проглаголоти, игда же по Рождестве Твоем притече Господень написа благодатное имя Твое, обе отверзошеся уста и язык Его и глаголоше, благословя Бога и пророчество глаголя, благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и ты, отроча пророк Вышнего, наречешися, поякому Аллилуйя. Аллилуйя. Слышаша окрест живущие люди о преславном и чудном Рождестве Твоем, со удивлением глаголоху в себе, что уба отроча сие будет. Мы же тя преславный притече Господень, яко больше всех рожденных женами, достойно чтущие ублажаем сице. Радуйся от зачатия Твоего благодатных явлений, Yeah.
Духа противное веление беззаконного детоубийцы и родоизгнатия из дому отча, в непроходную пустыню носима матерью предтеча Господень. Иде же и пребывал еси до дне явления Твоего ко Израилю, яды акриды и меддиви, и Богу вопия. Аллилуйя! Аллилуйя! Видящий дивное Божие о Тебе промышление, Иоанне богохвальне, яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался иси, от анюду же волею Вышнего послан был еси проповедать людям грядущее во Христе спасение, сего ради со удивлением и любовью Тебе взывает. Славный Ты, Божественный Предтече, показался еси в пустыне Иорданской во дни явления Христа Бога миру. Сего во грядущего к Тебе показал еси людям глаголя. Се агнец Божий в земле и грехи мира, Его же мы верою познавшие поем Ему. Аллилуйя! Сиял еси свет истины Иоанне богопросвещение, всем являя славы очи сияние, явшееся плотски нас ради, вопиял бы еси в пустыне людям, покайтеся, приближибося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, сего грядет по мне, и же крестит вы водой и духом. Сего ради похвальное Тебе вопие. Радуйся пришествие Мессии, возвеститель. Радуйся пути Господнему Богодателю. Радуйся ветхи и новые благодати подаю. Радуйся пророков, предели и начало.
хотящий о Тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне глаголал еси, остребую Тобою креститеся, обаче повинуяся рекшу Тому, остави ныне, воздвигл еси десницу Твою на главу Его, и крестив не требующего очищения, вопиял еси, аллилуйя. Подая благодать, креститеся, изволивая Тебе, Господь, сподобитя Духа пришествия видите, и глас отеческий с небесе, свидетельствующий Его сыновство слышите. Отнюду же в триех лицах единому Богу поклоняйтесь, нас научил еси, Его же бренными прославляюще устнами, похвалу сия Тебе приноси. Радуйся, Троического Бога явление, первый воплотившегося Бога Слова, видя в Богооблаженне Крестителю, божественную свою главу преклонивша и рабское крещение приемша. Ты и сам весь исполнился иси великого смирения, и спроси уба боголюбезную добродетель сию и нам одержимым гордостью. Якуда от сердца смиренно вопием ему, аллилуйя! Аллилуйя! Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая Иоанне Богознамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви. Сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспевая. Радуйся, правды ради, в пище заключение и узы.
ангельское, удивися высоте служения Твоего. И Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силой или иною, ревнуя бо поистине, дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от негожей мученическую кончину приял еси, поклоняющийся убо честней главе Твоей, молимся Ти, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя! Витийство всякое земнородных не довлеет достойно восхвалить и Тя, Иоанне богохвальне. Тебе бо уста Христова похвалиша, высше пророков и больше всех, рожденных женами Тя наименовавша. Отнюдь же достойную похвалу принести тебе, недоумевающее вопием тисицевая. Церкви Христовой великая слава. Радуйся, ангел, прийти в мое чудо. Радуйся, братья, радости прославления. Радуйся, пророков и святая похвала. Пришедшего во плоти Христа Бога, благовестил еси Иисущим в аде, яко же бо денница, предходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смертней сидящий. Отнюдь уже вскоре Господем изведен был еси, со всеми от века праведными пая ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя! Аллилуйя! Стена еси, прибежище спасительное всем, молитвенно к Тебе притекающим, божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем Тя сице. Радуйся, мощный заступниче нашей верной от бед храни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
уныние всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалить и Тя, Крестителю Господень. Но мы любовью понуждений дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно прими от нас, первостоятелю у престола Пресвятые Троицы, и моли, освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и устами поем Богу. Аллилуйя! Светильника света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего исполнена Тя, Иоанне Богопросвещение, ведущее, и радостно приносим Ти таковая. Благодатите за именитый Крестителю Господень, и тою обогатився. Победоносец преславный показался иси, победил бы иси враги и всякую злобу, и великое служение Твоим мученическим подвигом запечатлел иси. Ныне же, предстоя престолу Царя Царствующих, моли Его даровать и всем верным победы на враги и во всем благопоспешение, в добродетелях же благодатное укрепление, поющим Ему Аллилуйя. Поюще Бога дивно в Тебе, прославшегося, хвалим Тя, Богоблаженне Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою, и сицевая радостно вопием Ти. Радуйся, безвестная, лекарная, премудрость и мудрость.
великий и преславный Предтечи и Крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной зми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да вовеки поем Богу. Аллилуйя! Славный Предтечи и Крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной зми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да вовеки поем Богу. Аллилуйя! Великий и преславный Предтечи и Крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечным изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да вовеки поем Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Архангел Гавриил, предстояй пред Богом послан бысь к Иерею Захарии, егда то и служа по чину чреды своя, в ниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовествовавшее о Твоем Рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радость и веселье, и яко мнозия о Рождестве Твоем возрадуются. Сего ради и мы дивному о Тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоговением в похвалу Тебе вопие. Ты, Господи, в правожестве и славе, в краю, в лире. Радуйся, вестничий, прихлицем, Господи.
святому пророку, предтече и крестителю Господню Иоанну, со умилением сердец, коленопреклонно помолимся. Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающегося не презри меня, но совокупляйся с вои небесными, молися ко владыце за меня недостойного, унылого, немощного и печального, во многие беды впадшего, утружденного бурными помыслы ума моего. Азбо есть вертеп злых дел, отнюдь не имея конца греховному обычаю. Пригвожден бо есть ум мой земным вещем, что сотворю, не вем, и кому прибегну, да спасенна будет душа моя. Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати те заимените, яко тя пред Господем по Богородице вем, больше быть и рожденных всех. Ты бо сподобился иси, коснутися верху Царя Христа, в землющего грехи мира Агнца Божия. Его же молись за грешную мою душу, да по не отныне в первый на десять час понесу тяга ту благую и приму мзду с последними. Ей, крестителю Христов, честный предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближней друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини меня от твоего заступления, но восстави мя низверженного многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывая прародительный грех, покаянием же очищая коегожда дело скверну. Очисти мя грехами оскверненного, и понуди в нити, а муже ничто же скверно входит в Царствие Небесное.